Любопытно, забавно и тонко. Стих почти не похожий на стих. Бормотанье сверчка и ребенка в совершенстве писатель постиг. И в бессмыслице скомканной речи изощренность какая-то есть. Но возможно ли мечты человечьи жертву этим забавам принять. Возможно ли русское слово превратить щебетанье щегла, чтобы смысла живая основа сквозь него прозвучать не могла? Она не для тех, кто, играя в шарады, надевает колпак колдуна. Жизнью живет настоящий, кто к поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий полный разума русский язык. И в скомканной речи изощренность какая-то есть. Но возможно ли мечты человечьи жертву этим забавам принять? Спасибо.